к звездам, которые идут в политику. Вы знаете, все очень индивидуально. Иногда бывает так, что человек действительно, это его призвание, и он, может быть, всегда хотел заниматься политикой, и в связи с определенными обстоятельствами, после своей популярности у него сложилось так, что у него открыты все двери и дороги, и он имеет определенное влияние и поддержку, может идти в политику, заниматься политикой. Это неплохо. Те люди, которые просто идут в политику ради пиара, чтобы просто ради политики, или непонятно зачем, но тогда также может любой человек прийти туда, и не имея никакого отношения к политике. Заниматься политикой — это нужно болеть своей страной, и болеть за свою страну, и делать все на благо своей страны.